Здравствуйте, друзья. Получил с Алиэкспресса посылку. Вот такие мотоботы. В подарок положили перчатки. Перчатки обычные. Это все резиновые. Накладки вот эти все. Но они мягенькие, приятные. Это подарок. Вот. Сами мотоботы достаточно жесткие. Вот есть. Нашито много-много слоев кожи, чтобы было, видимо, пожестче. Я не берусь утверждать, что это прям натуральная кожа. Но даже если кожзам, то достаточно качественный, достаточно толстые слои. Здесь накладка, чтобы пятку не отшибить. И все это прошито, проклеено. Это все делается, чтобы гнулось, видимо, потому что они не особенно подвижные. Здесь есть защита от дождя, вот такая, от захлеста. Вот она. И защита, вот косточки есть. Вот такая штука. Внутри они, подошва мягкая, стелька имеется в виду, но сама подошва достаточно жесткая. Ходить в них, ну, как в кирзачах. Вот. Впечатление складывается очень положительное. Как они себя поведут, дальше будем посмотреть. Что-то фокус у меня расфокусировался. Вот, поймались. Вот такие они. Ну и выглядят более-менее прилично. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.